После депортации в арцахских семьях только в Ереване родились около 200 детей. В 2023 году естественный прирост населения Еревана составил 7,9%. Об этом заявил во время очередного селекторного совещания в мэрии Еревана 8 января начальник управления здравоохранения столичного муниципалитета Давид Карапетян. В целом в течение 2023 года в Ереване родились 15 606 детей, 8069 мальчиков, 7837 девочек. Естественный прирост населения составил 7,9%, сообщил Карапетян. По его словам, после 19 сентября 2023 года в насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха семьях, проживающих сейчас в Ереване, родились 187 детей, 93 мальчики, 94 девочки. 48 малышей родились в декабре, 22 мальчики, 26 девочки.